И читая и до Евангелия от Матфея. Научаясь вновь пришедшего. А Евангелие Матфея – Новый Завет. Вот Евангелие можно читать сколько хочешь. И то же самое. А я с ураганщиком пойду на прогулку по городу. Первая – Ветхий Завет, вторая у тебя – Новый Завет. И ставишь книга, пишешь книга «Бытие». И по «Бытие» пошел. Глава первая – непонятные стихи. Такой-то стих непонятен. Да что тут-то написано? Чтение, число, день, недели. Да, можно запоминать как дневничок. Раз себе вопросик поставил, непонятно. И потом с этими вопросами подходишь к братьям. И братья тебе скажут, где найти. Можешь заглянуть в толкование святых отцов. У тебя же есть этот телефон? Он тебя еще обнюхивается. Собачанница твоя. Видишь, у меня давно нету связи-то ни с кем. У меня собачатина, это точно, да. У них сейчас там есть кое-что. Умница. Так он также на сайте. Он знаешь, сколько проехал? Он проехал. Он проехал 120 тысяч километров. И всю Европу проехал. Это в Европу тоже убрали, да? Да. Он охранял братьев наших. Охранял проповедников. Так, пошли. Очень, очень умный. Пойдем. И ты даже можешь, когда я записываю. Пошли. Пойдем. Ты вот не понимаешь, ты прям бери. Пойдем. Ты прям его открываешь. Вот наш. Сегодня воскресенье. Я иду. Вот видно даже на этом. Сзади у меня висит вот тень. Пойдем. Пошли. А что тут смотреть? Так смотреть-то вроде и нечего. Ну, то пошел выгулять.